Защищаемся от солнца. Сейчас посмотрим. Я поискал в интернете за то, какие-нибудь насчет этой темы. Вот что я вам хотел сказать. Итак, вот. Вот нашел в интернете выискавший кому нужно трусы там. Прочитал, что нужно вагон, кому надо. Знаю, и больше страны, когда вот в интернете нашел футбол, да? Я его повысил с тростью. Нам надо эту фотку проверить. Я сейчас начну проверить. Итак, смотрим. Не получилось нам дать ей трость. Так, не подводилась эта фотка. Мы переходим к ее фактам, доказательствам. Так, я профессию своей начал ходить геотезию. Это связано с землей. Как это делается? Ну, короче, я уточнил, что это такое. Кривал. И кривал это из кого будут наступать. То есть это, ну, наверное, слышали, чтобы точнее быть, чтобы понимать, что такое. Это, надо слушать название «Кривал Дьявола». Ну вот, там несколько, там между ними будут перевалы, перепады высунут между гор. Я пытался найти на карте это место, перетянул, перевал будет. Это я искал, продвигаюсь небольшой, так и сейчас покажу. Так, а вот тут можно найти машину. А вот тут у нас несколько гор сразу. Вот тут. То есть, я считаю, что надо проехать вот так вот по этой местности. И доехать до машины.
Мы это попробуем. Ну, не сейчас. Потому что сейчас будем обсуждать план действий на следующий сервер. Все версии управились мне. Остальные следующие. Мне нужно этих мыслей, как проверить лизинг. Вот она, две пары. Одну показал, другую проверил. И то есть... Давайте помним, как все это начиналось. Схождение твоей легенды. Ну то есть рождалось так. Как на том видео уже наткнулся. Сказал, что начинался спор. В этот инстинкт я слышал что-то. После там под конец под 7-2 новые вещи. Короче, там были все. И выпустили его. Потом все, потом начали доходить на доказательства этих. Это и... Это все на генералах. Что-то просто существует тут. Это все знаете, трусь. Символ и другое. И еще другое. Семь туда, там разные. О, было 8 искал это. Что вот только когда узла уси. Только не знаю, есть или нет, стрельки, кто нужен. О, что там, что это? А что сейчас покажу, ладно. Ее какую-то фотку нашла. Вот она. Это все места, которые связаны с искусственным написом. Этот автор фотки. Мы все тоже же видим на эти все места. То, что красно, видимо. Озеро и другие места, которые сегодня обозначены. И посмотрим, что у нас получится. И также легенда может оказаться правдой или неправдой. А, ну все, вы поняли, что я имел в виду под этой фразой. Если нет, то в следующей серии объясню. Итак, продолжим. Итак, бывает, проявили наши наушники срочно. Остальные мои дорогие правила следующего несколько раз. Но если у вас свои есть, присылайте, просто проверю.
Итак, прежде чем мы закончим, я бы хотел бы сказать пару слов о новом канале, который открылся не так давно уже, вот, почти месяц, он открылся всего лишь где-то 2 января, где-то так. 2-3 числа января. Вот. Новый канал. Здесь два. 21 Максим Береши. Дарь. Назвал так. Тут уже про разные факты НЛО, теории и другого. И про поведение тоже. И второй канал тоже может то же самое сказать. Вот второй то же самое тут про еще захватывает море про животных, как мы видим на видео. И мы только чуть-чуть наоборот на себе жена и Максим. Тут то же самое почти. То есть, я имею в виду, факт поведения другого связано с ними. У них на одном канале сейчас у него 6 подписчиков, лов 3. Советую подписаться на него, кому интересно. Вот, может, новые мысли у вас появятся. Кому интересно, я оставлю ссылки под видео этого канала. Так, вы все знаете, что этот канал уже больше года существует. Я их не поступал на новый канал делал. Так, просто решил помочь. Но так помочь и найти какую-то руку. Одну помочь одному, типа софта. Итак. Вот, то есть, итоги. Так. Не удалось подтвердить. С девушкой с красью. Я сказал просто на моем деле поверхке. Это все следующее. Если ваши идеи провел, видео посылайте. Ссылайте и не забывайте подписываться на мой канал. И другое. Оставляйте на моем канале. Всем удачи, всем пока.